Друзья, предоставилась возможность мне снять коллекционный альбом с банкнотами. Все банкноты в состоянии ОНЦ. Uncirculated. Вот, 1 рубль образца 1961 года. Все нулевые, без следов сгибов. Вот трешка, 3 рубля. 5 рублей. Оборотная сторона 1 рубль. Вот, обратите внимание, на 15 языках продублировано 1 рубль. Также трешка. Ну и пятерка. Вот червонец. Довольно значимая сумма в советское время. Еще больше 25 рублей. Это шестая часть получки. Двадцать пять рублей. Четвертак, так называемый. Ну и вот полтинник. Вот оборотная сторона. Или лицевая. Да, лицевая это, наверное. Ну и вот на сленге Катя. 100-рублевка. Со времен Екатерины на Руси 100-рублевки назывались Катя. Допустим, две Кати 200 рублей. Ну, это на сленге. Вот также 1 рубль. 3 рубля. Вот обратите внимание. Вместо дублирования на 15 языках надпись 3. Это переходный период. СССР уже разваливался. Ну и также рубль. Вот надпись 1. Вместо дублирования на 15 языках. Трешка вот такая. Вот 5 рублей уже узорчатый. Это тоже переходный период. Десятка вот такая. Полтинник. Вот образец 91 год уже. Видите, оформление изменилось, зеленый цвет прибавился. Это также 1991 год.